Все, ребят, пойдемте. Два. Вызвано такие впечатления. Кстати, даже звездочки проиграли в матче Кубки ЛФЛ, хотя свои победа вместо обеда. Популярные компьютерные игры сейчас. Ну и, кстати, это справедливо для звездочек, они играют часто. Динамично называются события. В этом матче... Один! Все, матч на половине поля флагмана. Все точно довольно неплохо. Здесь нарушение правил, мы до зоны. Посаживайся, да. Сейчас на мой взгляд, контакт был не таким жестким. Все. Крюков, удар издали. Ух, как спасает сейчас Василий свою команду. Очень здорово. Перекладин ушел от Бирюкова. Самое главное, что Василий тоже еще имел шанс переправить мяч в девятку. Так он отбил не очень, на мой взгляд, уверенно, но тем не менее ворота спас. Самое главное в этой ситуации. Бирюков, конечно, вот это удар. Вновь чемпион номера в КСП с мячом. Хорошую передачу из Трибунова отдает. Пролетает мимо мяча, в том числе и атакующие защитники. Полищук удар в ту же самую девятку правую атакующих футболистов. Немножко выше, чем нужно. Это Мажук. Да, флагман. Без замен. Матчем. Конечно, рискованный шаг, чем естественно, не так важно. Лево. Не удается мяч. Нашел за дорогу, поднимается на пол и не останется за полистым флагом. Но за дорогу побежал. Значит, побежал к воротам в КСП. Кстати, до сих пор он находится там практически в одиночестве. Достаточно далеко, а тут шестой, получает мяч, игру останавливает, хотя странно, с мячом остановился. Хорош! Говорит, что игру продолжит, но, видимо, сами, возможно, не очень. Этого хотели, предпочитают играть через паузу, так что точно закрепиться на половинку соперника, точно оставить владение за собой и точно вывести хотя бы. Посмотрим надолго. И вообще имеет ли это смысл
забивает голы все равно. Сейчас мы будем играть как мадридский Атлетик. Абсолютно без мяча на контратаку. Выход, скажем, Атлетика образца прошлого, позапрошлого году. Точно без мяча и точно контратаку. Она очень успешно контратаку. Так нужно уметь, двигаться без мяча и устраивать в первую очередь. Через вратаря своего СП. Первый тайм движется у нас к концу. 3-0 впереди КСП. Вполне даже да, мажорка наносит туда в Смёрку. Не точно. Не точно. И это... Одна из последних атак. КСП в этом тайме. Очень длинное владение. Задорожный, технично принимает мяч, скидывает Осипову, приложил сюда. Вот в такие моменты, конечно, нужно попадать по воротам, как минимум. И также можно гол забить вообще. И, это будет то, что и нужно. Флагман, Рожухин. Дриблинг не пошел, хотя, на мой взгляд, был свободен фланг. Можно было рвануть туда. Что-то придумать в стиле Сона. Вчера помните матч, что включился, я тоже пробежал просто по половину поля. Стангер зашел этот гол самостоятельно, абсолютно без партнера. Стригунов качает здесь защиту. Стригунов бежит по-прежнему с мячом, никак не может с ним расстаться. Стригунов по-прежнему еще с мячом, штрафной падает, друзья, это... Не знаю, если не ставит нарушение, то это пенальти, на мой взгляд. Все-таки судья считает иначе. Не знаю, что там сейчас. И дело, что на площади было нарушение. На стрибуноме, если сам вас не спорит, видимо, я все-таки что-то путаю. В конце концов, белую разметку поля на белую стрибуну не очень хорошо. Но это я дается сюда по окончании первого тайма. Отдохнем немножечко. Вот этот гол, в общем, втором 3-0, если впереди. Да,
Да не сюда, хорош, хорош! А, Иисус, ну я все время комментирую, когда третьего матча. Иди, блядь, иди, блядь! Хорош, Албо! Ну, идет сюда! Ты пойдешь сюда, все, не лети! Давай, мы это, первый этап. Потом я просто перед матчем я согреюсь, чтобы выпустить весь матч. Потому что там четвертый матч очень интересный. Там реально. Там, во-первых, титан будет играть. Ну там просто за выход, за. Серьез бизнес. Рев, замен. Артем! Что, петличек нету? Петлички вроде были где-то, но вроде. Да? Но петличку держать все равно, когда столько всего надето сверху. Не очень важно. А ты одной рукой держи нос, другой петличку. Нам затыкать надо. Да. Петличку? Не, не петличка, а нос. Пробкой просто. Двумя пробками, как минимум. Ну что ж, друзья, пора, на мой взгляд, вернуться к этому матчу. К матчу шестого тура Лиги Чемпионов ВЛПЛ, к матчу между командами ФКСП и Флагман. Второй тайм у нас после первого Флагман. Уверенное преимущество. И 3-0 счет Флагман. Ой, господи, ФКСП. Преимущество 3-0. Флагман играет, соответственно, в сине-белой форме ФКСП, в желтой, в черной. Хотя, повторюсь, можно здесь спорить долго. Такой этот цвет, желтый, зеленый. Зеленый такой тоже, на самом деле, есть. Ну, я он тут, да. На солнце особенно интересно за ним наблюдать. Большой спойлер, да, уже будет на солнце, что наверняка будет. Поближе. По правой ноге! Что закончится быстрее. Кстати, послушать некоторые такие гипотезы, некоторых ученых интересно. Но можно вообще подумать, что ну все, Венеция как бы тонет, солнце гаснет, и все вечно. Но это немножечко не о том сейчас речь, в принципе. В очередной раз. Первый тайм, в общем, наверное, процентов 80 первого тайма, то есть кто провел непосредственно близости к штрафной сопернику. Ну и сейчас фанят Сошман. Сошман по первой половине первого тайма вообще самый. Потом ушел отдохнуть, потом вышел на поле снова поактивнее, не так сильно. В целом, впечатление приятное. В первом тайме начал понятно для своей команды заработал опасный штрафной, если он пробить с трибуном, допустим. Ну, как любой правша, потому что четко во все рассчитывали. Штрафный удар.
на свой шаг, в свою очередь. Идет на вторую волну, он пришел. Да, отбивание. Сошник, а вот и получает мяч. 40-й номер в КСП вновь падает, и неужели опять будет нарушение правил? Но здесь, на ваш взгляд, не так все опасно показал Сошник. Даже, наверное, не на свисток. Но, естественно, виднее. А со скамейки, между прочим, Сошник следует упрек. Можно было бить в касание, и тогда будет гораздо опаснее, чем Полищук. Какой разбег берет. А стенка-то будет вообще? Нету флагмана. Надо двигаться, мне кажется, немножечко ближе. Не ближе, в смысле, а на траектории сейчас. Вставать. Полищук попадает в своего партнера по команде и в итоге гол. Даже, возможно, не исключаю, да, из-за того, что не партнера попадает по команде, а в соперника, но в итоге... Вот посредством такого рикошета мяч оказывается в воротах. 4-0 вновь в начале тайма. КСП удается поразить ворота соперника. Но если все-таки партнера, то запишет нам Григория Смирнова. Седьмого. Это рикошет. Такие рикошеты можно даже не на Смирнова записывать. Опять по Ищуку. Стригунов. Еще одна опасная ситуация. Здесь уже выходил Стригунов на второй забитый мяч. В одну, наверное, в пределах одной минуты. Но угол уж очень плоский. Конечно, перестали его практически не было. Такой ситуации. Чем отметит флаг? Таким ударом не стреляет. Довольно близко. Правая девятка для команды вот там вот слева по картинке, да. В общем, вот та самая девятка, которая сейчас целится задорожная, она какая-то магическая, ну не то, что магическая, но такая она уже. С магнитиком для мячей, потому что несколько раз туда попадали футболисты. Вот, примерно, район ворот попадали футболисты той другой команды. Хотя флаг только один раз, да, попадал, но зато КСП сколько там стрелял. Счет, ну, по игре, объективно по игре, особенно если забыть про то, как завершал первый тайм, потому что завершали они какой-то растянутый. Конечно, просто так никакой машины не выпускали, не позволяли своим соперникам, но как-то и сами презентативно совершенно действовали на поле. Вот если об этом забыть, то это, конечно, очень серьезно в матче. Ну, это, в принципе, повторюсь, довольно ожидаемо. 13 очков после 5 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. У ФСП 0 у флагмана. Да и в чемпионате, в принципе, ФСП традиционно один из фаворитов Западной Лиги. ЛФЛ сейчас идет на 4-м месте. Так, опасная ситуация. Играли сейчас. Пустые ворота уже не поражают. Стригунов. Еще немного не дотянулся. Аванесян. Опасненько. Интересно, действует здесь сейчас футболисты ФКСП. Такого мы еще не видели. Какая передача вновь на Стригунова. Вот не может просить ворота во второй раз в этом тайме. Ну, теперь мяч вообще куда-то предел поля. Но я вернусь к той мысли, которая уже начала. ФКСП идет на 4-м месте. В общем, показывает неплохой результат. 8 матчей у них всего сыграно.
премьер-лиги, 24 очка, как вы можете понять, это неплохой результат. Чудо то, что Суперлиги всего 10 туров. Дальше замена! Кукса, Албо! Аля, Аля! Дальше, легко, замена! Заня! Слетай шапка с головы. Там, в Гриш, его называли. Первый раз Гриш его называю. Ванесян, скидка это была. Я попробую принять все-таки мяч. Болит. Мяч останется Флагмана. Ну а что? Что с Флагманом? Флагман в своей восточной лиге 16-й позиции. В общем, этот сезон не совсем удачный, на мой взгляд, для Флагмана складывается. И там тоже. Ну, забыть нет, конечно, нельзя, но лишний раз вспоминать об этом не хочется. Ну, 0 очков, Флагман как-то странно. Значит, он 7 место. Сейчас Юлечка в этом сезоне. Успешными результатами. Возможно, это изменится. Возможно, во второй половине турнира они как дадут, и все. Поминать. Всех соперников, естественно. Ну и здесь в этом матче играют они еще и без замены. Еще счету, который на табло, его оправданности. Флагман, естественно. Тяжеловато заканчивать уже первый тайм, а второй тайм еще тяжелее будет заканчивать, а ПСЖ здесь может просто задавить. Физика еще называется. Просто вот так вот постоянно меняясь. Замена, замена, замена. Ну и к тому же есть по полной серии играющих. Добавить чего-то нового в игру. То есть резерв есть. Это всегда полезно. С первого места оно готовит события своей группы. Для КСП и своей группы чемпионов. И попасть на традиционно более слабого соперника, так ожидается. Говорю, ну это совершенно ничего не значит, можно попасть на фаворита вообще на чемпионов. Вот что, по-моему, так и решил. У нас не так сильно, а другие матчи, что-то другое. Находясь по периоду жизни, тоже зависело, разумеется. Можно потратить в групповой стадии. Да, и вот так вот, не напрягаешься, когда вышли с второго места, команда, которая ждет более слабого соперника, когда вышла с первого места в своей группе. Ну, в общем, это все. Все эти турниры рассказывают, конечно, занятие для аналитиков. Он играет, он играет! Долго без ворот, но хотя сейчас Мажухин может бить, но как-то, мне кажется, видел Мажухин сам, что много игроков вряд ли пройдет, и сейчас через себя пытался. Попал в свою группу. Алумон появляется на поле. Под 10 номером, кроме него Бельков. Кириченко под 4-м, 6-м, соответственно. Алумон давно не забивал, я почему-то его вспомнил. Такой игрок, конечно, интересно. У него даже КСП никак не отдаст мяч своим соперникам, уже который раз атакует довольно опасно.
На поле занимается. Он должен же там открываться. Я помню, как он в первом тайме, когда он свой гол забил. Он был просто один, никто вообще не понял, как он остался один прямо перед воротами. Да, и сейчас он нашел точно такого же Аванесяна. Дубль Аванесяна. В этом матче, кстати говоря, из похожей ситуации, где вот я ожидал сейчас Соломону. Аванесян первый гол забил точно так же. Вот вместе перед воротами. Оказался матч сейчас красивый, здорово. 5-0. Пойдем. Серьезно, очень неожиданно. Прошлый матч первого места в группе. Причем такой же ноль очков. Там вообще вперед, Сэй, вперед! Или 8. Ну, в общем, да, и здесь тоже еще 5-0. Играть еще достаточно много времени. Самое главное, что все прекрасно понимаем, что FPS поможет. Я говорю, Димон, я напомню, мальчик у нас витр не сделает. Сейчас, правда, вот так, ладно. Три футболиста только в атаке, почему-то даже... Хорош, Давид! Не очень хорошо, футболисты помогают. Друг другу. Перевес в одного игрока обычно не так критичен, допустим, в хоккее. Да. Забирай! Здесь у нас не совсем большой футбол. Хорош, Илюх! Хорош! То, что нужно! Давид, красава! Давид, то, что нужно! Сейчас 1 шаг, еще бы чуть-чуть ускорился, уже поскользнулся и пошел на полной скорости в рекламный баннер. Назад, конечно, назад, не самый полный скорость, а для номера. Рост набирай! КСП. Вновь слетает шапка с головы 18 номера КСП. Хорош! Давай, можешь! Заборожен.
Обратно, Володь, обратно! Нормально, нормально, да, нормально, пойдем, пойдем! Пойдем, ближе, Илю! Еще! Еще! Дорожный будет бить. Гоняй, Илю! Все четко сыграно, я не видно, как КСП выходит. Парень с этими из воды, но ворота точно оставляют с этими. Задорожный не отпускает пока. Не, мяч за пределы поля. Хороший удар. Пойдем! Задорожный, ставим корпус и на выходе вынес. Ногами плечо, конечно. Задорожный тот еще. Выносит мяч, конечно. За пределы поля, но совсем солнце, которое даже где-то за теми облаками, которые повисли в Москве, было, оно уже даже начинает заходить, но это совсем неприятная картина. В итоге получается. Не знаю, как футболистам, они же вот футболочку просто и вторую карточку. А между прочим, Бабуль, ниже, команда «Флагман» играет еще в шорт. Не-не-не, вперед на Илюху! Погоди, сейчас получается дорожный. Не очень хорошо видно трансляцию. Иди, ну, твой, вокруг! Уже поднимается. На следующую игру. Есть? Передать. Есть возможность сейчас? Вон, ребята уже пришли за петличками. Сложно. 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 Сложно.
подойти. Все можно! Либо позиционочку какую-то наладить, либо получить владение на чужом городе, то есть ну, или комбал. Да, свои товарищи убежать и зависеть. Все-таки тяжеловато, а вот... Кавказский вполне может себе позволить такие вот вещи, там, наносит туда поворот, и может быть, почему падает стрелка. Давно не успевали, кстати говоря, Василькина. Все-таки расправляется с этим ударом, а со следующим, если он будет... Что ты делают? Алло? Задорожник просто выносит, значит. В смысле? Мы как бы не договаривались, что я сегодня работаю, потому что я работаю на съемках. Заходи! Заходи! Хорошо, все. То есть просто стоять, ну, двигаться мало. Потому что потом команда пятером вообще. Рикошет от своего. Мяч достанется флаг. Куда Василий не спешит? Интересно на Мажухина. Мажухин еще интереснее на Сошнина. Тот касание бьет и немножечко смазывает сюда. Тем не менее, что Сошнин попал. Три с половиной минуты до конца этого матча. Достаточно просто все. Наверное, могли забить больше, гораздо больше точно. Баристы ПСП, но вот вторая половина первого тайма, вторая половина второго тайма, вообще вторые половины да, не удаются. Но не то, чтобы не удаются, как-то безинициативно. ПСП проходит, удаются, естественно. Посмотрите, они владеют, они просто сжимают, как поршень сжимают просто своих соперников, но без голов. Не стремятся они забить, там, это, ну, стремятся недостаточно. Ну и к тому же сейчас вот команда откровенно доигрывает. Флагом хочет закончить. С одной стороны здорово, но с другой стороны вот как знали и ничего не отдай, что люди стоят, ждут. Далеко, так, слишком общий, да, так, если, так, так проходи, спускайся. У них объективно.
расскажи, я не работаю в вашей компании, сами разбирайтесь. Так эти люди... Вот человек стоит. Не знаю. Миша, скажи ему, что мы уходим. Или после скажи. Стой, сзади никого, вот! Не так, Борис, мы идем! Волос, Волос, Волос! 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 Ребята, ребята. Поднимись сам. Живой? Живой? Погода прям супер. А кто будет на следующей неделе женский финал комментировать? Нормально. Не знаю, ничего пока не знаю. Одно хорошо, там тоже Марусь будет, те же девчонки. Чемпионат и СДН, да? СДН, по-моему. Хорошая, хорошая.
вакцинироваться, да. Давай,
Все нормально? Давай, 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 давай
Сзади, сзади! Хорошо, хорошо! Здесь! Динар, дай мне! Абрам, здорово, Абрам! Она вот здорово! Абрам, хорошо, хорошо, Панама! Хорошо, Сабуля! Здорово, здорово! Это не мы, как говорится.
Зачем нам бить?